Вот и подошло время рубрики «Компьютерные игры». Начнем мы нашу рубрику с ответов на письма. Их было целое одно. В всем письме одна наша зрительница, не назвавшая своего имени, очень тепло отозвалась о нашей программе и о рубрике в частности. Кроме того, она просила рассказать ей какой-нибудь секрет в игре «Цезарь 3». Как всякий нормальный человек, я купился на хорошие слова, растаял и в таком растаявшем состоянии полез в закрома. И вот такой секрет открылся мне. Внемлите. В процессе игры щелкните правой клавишей мыши на колодце. В появившемся окне нажмите Alt K. Поздравляю вас, вы активировали режим облапошивания игры. Теперь, нажав во время игры сочетание клавиш, которые вы видите на экране, вы получаете: верхнее сочетание дает вам дополнительные деньги, и второе приводит к немедленной победе. Учтите также, что деньги вам добавятся только если ваше состояние меньше 5000 золотых. А мы теперь переходим к основной части нашей программы. Угадайте, к чему. Сюжет об этой игре должен был выйти еще 2 недели назад, то есть в нашей прошлой программе. И мы были готовы ко всему. Единственное, к чему мы не были готовы, так это к тому, что наша техника преподнесет нам сюрприз, в результате которого нам пришлось повторить прошлый выпуск. Сенсация, конечно, обломилась, но нет худа без добра. И эти 2 недели ваш покорный слуга посвятил изучению игры, о которой сейчас и пойдет наш рассказ. Итак, Герои Меча и Магии, часть 3. Возрождение Эратии. В 2 словах сюжет игры выглядит следующим образом. Дочь волшебника вернулась в свою родную страну и застала на ее месте лишь развалины. Если вас интересуют подробности, то вы можете просмотреть заставку. Там все достаточно понятно расписано. Самое главное то, что вам придется восстанавливать разрушенную страну. Если же вы выберете темную сторону силы, тогда вам придется добивать остатки войск дочки мага. Тут решайте сами. Если кто-то еще до сих пор не знает, о чем идет речь, то напомню, что Герои Меча и Магии представляет собой пошаговую стратегию с элементами ролевой игры. Сначала о том, что сразу бросается в глаза. А прежде всего, в них бросается графика. Радикальной переработке подверглось буквально все. Авторы сознательно ушли от чересчур ярких красок. Если раньше игра напоминала хорошо нарисованную картинку, то теперь ее, наверное, можно сравнить с качественной фотографией. Любая постройка теперь настолько органично вписывается в общий пейзаж, что с непривычки трудно определить, какие здания вы уже построили, а какие еще только предстоит возвести. Для создания боевых единиц, а также пейзажей, были использованы 3D-модели. Это позволило сделать их движения более правдоподобными, а сами существа более живыми. Кроме того, для создания некоторых эффектов используется даже оцифрованное видео. В общем, смотрится все достаточно красиво. Естественно, изменения не обошли стороной и игровой процесс. Если вы играете кампанию, то обнаруживаете, что в каждой миссии существует предел опыта, выше которого ваш герой подняться не может. С одной стороны, это может показаться неожиданным и довольно неприятным новшеством. Согласитесь, драться с врагом просто так достаточно обидно. На самом же деле, это нововведение оправдано и вполне логично. Если вы вспомните, то в 1-2 частях наш герой, набравшись опыта и поднаторев в некоторых областях магии, при переходе на следующий этап кампании безнадежно тупел и забывал, и вам все приходилось начинать сначала. Теперь же все герои, набранные вами, переходят в следующую миссию, и более того, они сохраняют все приобретенные знания. Правда, теряют артефакты. Кстати, об артефактах. Их, естественно, стало больше, и теперь они делятся на те, которые можно надеть на героя, дать ему в руки, и те, которые герой просто может носить с собой. Если вы нашли несколько очень крутых предметов вооружения или одежды, то вам придется выбрать из них какой-то один, или менять их перед каждой битвой в зависимости от свойств. Вообще, возвращаясь к изменениям, можно сказать, что всего стало больше. 8 типов городов, 16 типов героев. Видимый участок местности на карте увеличился в 1.5 раза. Также больше стал и экран боя. Более того, теперь у карты есть 2 уровня, обычный и подземный. Магия поделена на стихии. Теперь существует магия воды, земли, воздуха, огня и так далее. Поэтому, когда вы с умным видом откроете книгу, дабы ошарашить врага своими познаниями в магии, пусть вас не смущает в ней обилие разделов. В конце концов, можно открыть страницу, где заклинания перечислены все одно за другим. Звуковых эффектов тоже стало больше, правда не знаю насколько, ибо никогда не пытался их сосчитать. А музыка, на мой же субъективный взгляд, также стала гораздо интересней. В каждом городе прибавилось различных существ. Например, в рыцарском замке теперь можно нанимать ангелов и монахов. Особенно нас удивила некая тварь под названием бегемот. Ничего общего с гиппопотамом это мохнатое и клыкастое чудо не имеет. К тому же передвигается оно на 2 ногах.
Правда, специалисты говорят, что изначально бегемотом звали некое мифическое чудовище, которое именно так и выглядело, а гиппопотам стал бегемотом, потому что увидевшему его впервые ничего другого в голову просто не пришло. Не знаю, хорошо это или плохо, но теперь во время боя все летающие единицы не могут добраться до врага с первого раза. Кроме одушевленных бойцов, ваш герой может иметь баллисту, катапульту, тележку с боеприпасами и палатку скорой помощи. Всем этим хозяйством вы можете управлять, а также громить, если нечто подобное есть у вашего врага. Не подлежит управлению только катапульта. Правда, если ваш герой имеет определенный навык, то и швыряние камней по вражеским заборам можно превратить в довольно осмысленное занятие. Сами вассалы при встрече могут меняться не только артефактами и боевыми единицами, но и знаниями. Правда, для этого также необходим определенный навык. По ходу игры вашего героя могут попросить оказать услугу. Как правило, она заключается в поиске и приношении артефакта. Если вам повезет, то проситель может щедро наградить вас. Хотя если вы считаете себя достаточно крутым, то можете зажать находку, но успех миссии это никак не повлияет. Самих же героев теперь нужно нанимать не в замке, а в таверне. Подводя итог всему вышеизложенному, приходим к трем выводам. Графика в игре сделана на 5, игровой процесс на 5, звуковое оформление тоже на 5. И самое главное то, что авторы при всех внесенных изменениях ухитрились не испортить игру, за что им честь и хвала. В заключение остается добавить, что теперь игра поддерживает разрешение 800x600 и дает палитру аж в 65 тысяч цветов. Если не верите, посчитайте сами. These atrocities rend my heart and fuel my anger. Arathia's banner must be respected, never disgraced. I think of my beloved Roland and my son Nikolai, and how much further this war will carry me from them. But my duty is clear. My father's kingdom must survive. Arathia must not fall to its enemies. Вот, дорогие геймеры, на сегодня...